выходной, да? Или нет? Выходной. Куда столько машин? Да. Привет. Это что? Маршрут через 200 метров. Ой, спасибо, это вы не так это. Кстати, еду в аптеку. Фуросемид продают еще без рецепта врача. Я давно, конечно, не выбегала. Почему? Я не знаю, почему я так отекаю. Не волнуйтесь, в такси я принимать эти таблы не буду, а то придется прямо на дороге садиться. А я не буду. Поэтому придется на день рождения выпить таблеток. Сначала это цветы. Цветы, да, там так-то. В аптеке, думаю, еще будут, нет? Аптека там. А вот еще аптека. Вот рядом живика. О, да, отлично. Сейчас мне тут скажут мои подписчики, какие лучше таблетки, чтобы я прям в такси не описывалась. Сейчас. Решу. Слабее, правильно. Просто мне действует, как действует сразу. Знаете, я сейчас на лобном выпила. Мы там сильно так отекали. Сегодня то же самое, блин, батарейка садится. Цветы. Нашу карту принимали. Я ничего не вижу, у меня телефон погас. Здрасте. У вас карту принимают, да? Да. Блин, почему такие не очень симпатичные букеты? Так. А у вас тут короткие розочки, да? Да? Коротенькие? Ну, короткие. Я говорю, у вас короткие только розы. Ну, я смотрю, по высокие линии. Есть. По 8 сантиметров. И только красные? Красные. Белых нет, да? Белых розы. Белых нет, все? Да. Есть вот такой вариант. А? Есть вот такой вариант. Ну, маленькие. Красиво. А? Совсем маленькие вам нужны? Нет, мне нужны длинные, но букет не, ну, не 9 штук. Это маленький букет. Букет есть готовый формат. 4500, пожалуйста. Они тоже маленькие. Да. Ладно, спасибо. Ну, за розы. Тут раз мы покупали букеты такие спонтовые. Что ж только можно. Ладно. 4500 на меня выделили. 9 цветочков. Как 9 роз можно дарить? Мужчина у меня смотрит, какие 9 роз можно дарить женщине. Извините, что не читала. Хочешь, кину блок на карту. Тут попрошайничьи деньги. Это очень плохо, не знаю, попрошайничьи. Идите работать. Кто-нибудь вообще написал мне помочь Монку? Да, там нормально, 9 роз стоило. Сколько? 1500. Сколько? Почем она, значит? Ну-ка, посчитайте. Давайте попробуем. О, это нормально, это стоит. А сколько раза? Я не знаю.
Ну, они просто делятся. Да. Ох, ну что такое? Куда собралась? Я думаю, это рождение. Почему это? Вы работаете, девушка? А? А, потому что по талончикам? Моя же мать. Ладно, поехали. Да, спасибо. Очень долго ждать. Слишком много здесь. Да, ага. Очень долго. Еще и узнали. Господи, боже мой, знаете, я такая... Дура иду, ужас. Все на одно лицо. Господи, боже мой. Слава богу, что мы все такие красивые, что все на одно лицо. Ладно, я дальше поехала. Слушай, я еще не выпила таблетку, а мне уже хочется. Там такая очередь большая, может, мы дальше проедем, и цветы здесь некрасивые. Ужасно, знаете, прям вообще. Да. И дорого, и некрасиво. Мои подписчики сказали, очень дорого. Все. Страшненькая роза там получается. Я не знаю, поскольку это. Я так люблю, а да. А вон еще цветы. Да, еще цветы, класс. А аптека как? Аптека там такая очередь была. Да. Что такая пухшая? Я не знаю, вот именно иду с таблетками. Я вас здесь высажу. А там в парковке будут. На парковке, а подальше? Нифига себе, у меня сегодня прям... Не, вот, где Мерседес старенький, вот за ней. Старенький, да. Короче, я тем была нашу. Ой, была Настя и типа это... Кто там еще? Шокер с Викой. Витька дала мне 5 косарей, наконец-таки, ура! Просто ничего не хочу говорить, честно, было прикольно весело, потому что старенький. Мы там все сидели, угорали. Вот. Что-то поярче походит. Не, ну вот это я понимаю, цветы. А у вас принимает карта? Да? Да, да. А вот это я понимаю, девчонка. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, букет хотя бы. О, спасибо, спасибо, видите? Так, на день рождения, да. Правда классненькая. Какие розы? Так, розовые, наверное, да? Как вы считаете? Ну, розовые стоят хорошо, если честно. Да? Угу. Сейчас так. Боже ну... мой, ну надо же, такая красота. Ой, ну спасибо, я тут это, наоборот, что-то сегодня приуныла, приплакала. Можно мне вот этот букетик? Весь? Да, весь. 2, 4, 6, 8. Это 150 за одну. Я знаю. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 18, 20, 24, 26, 28, 30. Ох, 37. Какая штука, какая-то хорошая. Чуть-чуть по-другому завернуть, моя кожа. Да, мне кажется, нормально, нет? Оставить? Я вообще не люблю. А что у вас есть? Бумага есть? Есть бумага. Обычная бумага. Бумага прям. Обычная. Да, есть. Давайте бумагу тогда обычную. Может, я просто чуть-чуть снизу бумага и все? Чтобы были розы видны или как? Ну, давайте. Или снизу. Все-таки как целлофан. Вот бантик хорошо. Чтобы были чуть-чуть блин, закрыты. Блин, красная, даже не знаю. Нет, эти лучше. И постоят дольше. Я вам... Да? Да. Ну, хорошо. И мы сделаем, как сейчас модно, закроем. Модно, модно, нам да, модно. Да. Как сейчас модно. Все. Чтобы модно было. Мы же модные, по, девчонки. Под вас надо. Обязательно, да? Какая классная. Спасибо. Спасибо, господи, боже мой, я вот сейчас это... Столько молодости было красоты, а? Ну, столько красоты. Давайте сейчас меня так расхвалили, господи. Не, ну вы правда красавица. Это же не то, что какая-то лесь. Вы только зашли... Какой он красивый, когда раскрытый, да? Я вам говорю. Он такой, ой, какие они пушистые, как они пахнут. Они, да. Но они да. Хотя бы не... Вот, а, недавно подружке дарили букет, так, так он вообще запах не пах, был, вообще не был нет, запах обалденный. Отлично, пах. Супер, просто супер. Так что мы с вами сейчас разберемся. Так, ребят, как бы это, а мне кто когда подарит цветы, что-то я не понял. Люблю дарить подругам цветы. Сейчас к вам вернусь. Да, слишком много комплиментов, я же сама растерялась. Нет, ну я вам не лезть какую-то, а то, что есть, просто зашла вся такая. Вся такая. Вся такая. Красивая, вся такая.
Ну, ой, а спасибо. Потом, ну, молодость же, она правда свое. Как бы. Да, я тут подписчик. А, своим друзьям, своей семье. Понятно. Перевести. Ой, где две карты? Отсюда надо другой перевести. Так. А у вас нет конвертиков? Конвертиком девушки, да? Да, девушки. Ребенку вообще, ради мальчика. Это я все уберу. Это я сейчас все с вами сделаю. Конвертики, знаете, где? Красиво. Рядом вот у девушки в газетах есть. Прям рядом. Да. Лежать никуда не надо. Что вы купите конвертики? Аптеки нет рядом? А вот, вот, вот. Аптека. А, аптека нет. Аптека через дорогу не хорошо. Так, они так прижались надо? Ну, а я специально? Да. Это же сейчас тоже модно. Модно прижимать так букет? Конечно. Так, и надеюсь, моя... А, ну да, твой день рождения уже начался, я уже позвала. Лучше бы духи подарила. Ну, за такую сумму моя подруга не пользуется духами, если вы об этом. Так пишут, да? Лучше бы духи. Я считаю, цветы это всегда приятно любой девушке. Конечно. Тем более годик день рождения у ребенка это всегда. Конечно. Даже не оговаривается. Даже не оговаривается. Вы тут правы полностью, мой золотой. Вы тут правы полностью. Цветы – это наше воспитание, моя хорошая. Да, я люблю дарить цветы. Как мы с родителями воспитали. Почему-то сейчас многие мужчины не любят дарить цветы, да? Нет, вы знаете, я работаю уже 24 года, так что я... Мужчин повидали много, так что я что-то люблю цветы. Да. Это вот сейчас именно, знаете, как после войны было все в бумаге, так и сейчас. И сейчас она очень модная. Там он молодая бумага уже давно. Можно. Рядом вот здесь, да, соседи? Да, да, да. Там попадалось. Как он пахнет. Да. Сейчас так с вас на 150. И бумажки у нас 150. Сейчас Рома. А духи не больше 1020, да? Да. Пин. Цветочки полежат. Так, вверх, да. Сайду по. Да. Чтобы он тебе не идет сейчас. Так. 6000. Здравствуйте. У вас есть конвертик с днем рождения? Женщине. Ребенку. Можно? Привет. Вот такой, да-да-да. Сноворожденный. Ой, нет, ну не совсем. Не сноворожденный. Да. Так себе, конечно. Сколько? 40 рублей. А у вас антенна есть? Такие, конечно, Russian колбашек. Ну, давайте такой. Что говорите? Антенна есть? Да. Есть? Сейчас, подождите, я... Тетя, там вот все есть? Нет. Ой. Сейчас, мой хороший, все. Вам отдают цветочки. Да, давайте мне цветочки. Держите. Спасибо. Ой, красота. Заходите. Да, да, спасибо. До свидания. Ой.
все, идем. Сейчас, ребят, я прочитаю, там кто-то гадости пишет, я поняла уже. Кто-то там посчитал, сколько стоит букет. Всем так. Надо пообсуждать. Так. Сейчас не скучилась. Теку пойдешь, здесь нет аптеки. Еще так есть хорошо. Блин, какие цветы, как они пахнут. Девочки, обожаю цветы. Да. Ладно, сама себе буду покупать. Так, а я вообще на какой машине была? На этой? Видите, даже не помню. Да. Давайте тогда цветы назад, да, положим? Сейчас я открою, да. Ой. Давайте назад, наверное, вот. Положите. Фу, тяжело было. Да, тяжело. Надо мне что-то дать. Оттуда. Не надо. Очень даже тяжелые цветы. Кто-то про ребенка пишет специально, чтобы вы сами через это прошли. Чужие деньги считать. Ай-яй-яй. Хорошо, что я все не прочитала, да, что там считали. Я считаю, что... Деньги еще не главное в жизни. А мне не нравится делать приятно. Приятно своим друзьям, радовать их. Это самое главное. Понимаете? Теперь думаю, сколько денег дарить, если букет стоит 6 тысяч. Больше не держать. А, так, ты пошел, сама будешь, нет. Фух, я уже думала на Яндекс.Такси. Такси сядет, я и еду Яндекс. Так, умница, не главное, вот я такого же мнения. Но радовать своих друзей всегда приятно. Если ты любишь, конечно, своего друга или подругу. Считаю, отношение к друзьям должно быть тоже очень хорошее, уважительное. Как и к вашим партнерам по жизни. Вот. Ну, многие, может, со мной не согласятся. Какие 36 тысяч. Века у меня ненависшее веко. Поэтому. Мы приехали на заправку? Нет. Мы дорогу срежем. Сократим. Чтоб там светофор не стоял. Она про детей пишет. Кому едешь? К подружке своей. Я отметила, приходите на нее, посмотрите. Лиза посоют подводку. Где моя подводка? Нет, не найду сейчас. Спасибо. Здравствуйте. Ну, мне не надо там. Мария, у нее с детства такое строение лица. И... Вот. Что у нее нависшее веко. У меня нет нависшего века. Блеснутая. Блин, что вы тут все про деньги говорите? Я что-то не пойму. Что случилось? Задумалась, нужна ли мне мочегонка или нет. Или она так была рада, что я купила у нее все цветы эти розовые. Может, не надо мочегонки-то. Думаете? Ну, да. Зачем мучить почку? Пусть. Почка работает. Мучить? В смысле, они мучают мое лицо, эти почки? Не, отойдем потихоньку. Какое лицо? Вы только посмотрите. Нормально, красивое лицо. Да, конечно. Красивая блондинка. Красивая блондинка. Да, все.
Да, все на месте. Глаза все на месте. Глаза есть, значит, уже красивое. Все. Я поняла. Черный кофе. Я выпила сейчас чуть-чуть, два глотка. Мне и разрешил мой косметолог пить больше кофе. Мне все равно так же лицо шелушится. Почему-то мне глаза не открываются вообще. Ребят, почему так всех интересует, сколько стоит букет? Я не знаю, сколько стоит букет. Не знаю, мне подарили. Не слышу. Помада самая-самая. Да, девчонки, нет, я просто сильно, правда, отекла. Прям очень сильно. Даже Мэри утром сказала, боже, ты что так отекла? От чего это? Может, от долгих разговоров с кем-то? Мне не дает спать ночами. Здесь позитивчик, да. Эта женщина тоже, она меня прям вселила веру в себя. Вот люди, вот так надо продавать везде. В магазинах везде надо продавать, уметь сразу. Понимаете? Мне захотелось у нее купить все цветы для себя. Не хочешь ли зонки, потому что они вредные для дома. Да? Знаю. Просто не выспалась, поэтому я текла как... Спасибо. Еще не люблю, когда дарят мало цветов, честно вам скажу. Поэтому всегда делаю, как бы я хотела, чтобы мне сделали. Там какие-то 8 розочек, это что такое вообще, 9? А если мужчина дарит одну розочку? Ну, мужчина, ладно, девочка подарит одну. Блин, да не, идите меня прям. Ой. Не, в аптеку заедем все-таки. Лучше с таким. Да? Да. А что, нормально? Да нет, я его щекастая. Глаза, видите, не открываются. Да нормально. Вроде бы. Ну, отеков нет, не видно. Как нет? Вы что? Не знаю, я не вижу отеков. А я вижу. Господи, похоже на ужас какой-то. Да пройдет сейчас. Чуть-чуть. Думаете? Да. Я встала в 11. Чуть-чуть открыла, так. У меня укладка тогда улетит, если мы так не, откроем. А мы много не будем открывать. Чуть-чуть вот, чтобы это прохладный воздух был. И пройдет, пока доедем. Жара, какой отек, мне не пройдет отек.
когда жара, вы открываете окно и фигачит горячий ветер. Надо высыпаться. Я тоже считаю, что мне надо высыпаться. Но есть человек, который мне не дает высыпаться. А что? Кто он такой? Кто он такой? Я не знаю, кто он такой. Вот хочет разговаривать со мной ночью. Могу я отключать телефон? Не могу, потому что тоже хочу с ним разговаривать. С этим человеком. Что делать? Дела решаем. Он к вечеру спадет. Спасибо, девчонки. Думаю, надо выпить, и тогда все спадет. Ой, спасибо. Конечно, мы носим вечно одни. Я просто осталась в Мэри, но я имею приличную одежду для детского дня рождения. У меня все короткое, все как я люблю. И джинсы. Все-таки на день рождения надо быть. Думаете, это из-за пилы? Может быть такое, да нет. Что я заела? Что, все зависло или что? Я не понимаю, почему мы все кидаем меня. Крутое платье продаешь. Нет, это то черное. За сколько она говорила вчера нам? За 15? Я его не надела. Весь. Что делать? Еще 20 минут целых ехать. 20. Зависла. Дороги. Дорога моя. Все, я вчера вообще добавляла ангела. Что-то мне не добавляется. Это что? Вау. Нет, тут не прикольно. Вот так сидеть классно. Нет. Обожаю телевизочку. Спасибо, вас тоже. Что, наладилась связь? Так сидеть и все. Он говорит, сегодня мне только сфоткайте и снимайте только с этой маской. Ну все, хватит пока с этим платьем, она его не продает. Еще я сказала, черная тут. Точно не болтаю по делам. Надеюсь, что у нас все получится, да? Больше будем болтать по работе. Не-не-не, у меня просто грандиозный план. У нас там подготовка нашего проекта. Вот. Поэтому приходится работать день и ночь. Ну, так как днем, видите, у меня другие дела. Да. Что да? Ты видела, что...